Thank you.
και Παναγιώτα του Πατροσιμών και Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης και προσκομίζοντος τα τίμια και άρτια δωράτα αυτά, Κυρία το Θεό ημών, πολλά τα έτη. Βαρθολομαίου Κωνσταντινού Πόλεως, Θεοδόρου Αλεξανδρίας, Ιωάννου Αντιοχίας, Κυρίλου Μόσχας, Ειρηναίου Βελιγραδίου, Δανίλου Κουρεστίου, Νεόφυτου Σόφιας, Ηλίου Γεωργίας, Χρυσοστόμου Κύπρου, Ιερονίμου Αθηνών, Σάββα Βαρσοβίας, Αναστασίου Τυράννων, των Αγιωτάτων Ευσεβών και Ορθοδόξων, Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων, πολλά παντός ιερατικού τάγματος, μοναχικού σχήματος και της σωτηρίας αυτών, υπέρ ειρήνης και αγαθής καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, πέρ των ευσεβεστάτων βασιλέων ημών, παντός του βασιλικού οίκου και του στρατοπέδου αυτών, υπέρ σωτηρίας και αντιλήψεως πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, προσκυνητών, επιτρόπονται και συνδρομητών του Παναγίου και ζωοδόκου τάφου, επισκέψεώστε και βοηθείας παντός του περιεστώτος, Χριστέ πονήμου λαού, I'm
Господа просим. Дай, Господи, прощение воздавление грехов и прегрешение наши у Господа просим. Дай, Господи, враги полезны душам нашим и верам и веруем. Господа просим. Дай, Господи, прочтение живота нашего в мире и покаянии истончати у Господа просим. Дай, Господи, христианское кончение живота нашего без боленья Господи мирно и доброго ответа на страшницу пищи Христове просим. Соединение веры и причастие Святого Духа и спросите сами себе друг друга и весь живот наш Христу Богу. Благословение Иисуса, присвятение и поведение, которое очень твоего Бога, мы не видели, и смотрим.
прогнев Рубу Твою, благость Твоя, заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобийся и долго терпелив же много милостив, не прерывай себя погибнуть им, со беззаконием моим и моего всячески ожидая обращения. Ты более тысячи колючи пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешникам, но еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь, ибо владыка созданием Твоей руку Богу бить им, не же благоволишь в погибели человечестей, но хочешь и всем спастися, и в разум истины прийти, и всем же аще и достойно истины сей земли, и сия привременная жизнь всего себе повинул греху, и сластем по работе, и Твой оскверни образ, но творение создания Твое быт, не отчаивай своего спасения окаянны, на Твоей же безмерной благоутробии дерзаю прихожду, прими уго имени Чернолючего Жидницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земные мира и немощи человеческие исцеляя, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая, не пришели призвать праведные, но грешные на покаяние, и очистими от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыню в страсти Твоем, и я, когда чистым сведением совести моя святыня Твоей часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд не будет причастием при чистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, вот еже недостойны тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и честь святым Твоих в Духа Святого общения на пути живота вечного и Его благоприятен ответ на страшном судище Твоем, и я, когда я со всеми исправными Твоими общими буду нетленных Твоих благ, я же уготовлен и силю имщи Тя, Господи, них же препрославлены силами и аминь. Господи Боже мой, ем я, конец достоин, ниже доволен, да под кровь нитиши храма души моя, за неже весь пустый полся есть, и не имаши во мне место достойно, еже главу подклоните, но якоже с высоты нас ради смирились и себе, смирися и ныне смирению моему, и якоже восприял и себе тепли, ясли бессловесных возречи, сице восприми ясли бессловесное моей души, и воскверненное мое тело в нити. И якоже не удостоил и себе в нити и свечеряти, согрешники в дому сима прокаженного, так и изволи в нити в дом смирения моей души, прокаженные и грешные, и это же не отринулись и подобную неблудницу грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися мне грешным, приходящим и прикасающимся. И яко же не возгласался си скверных и уст, и нечистейших целующих тя, ниже моих возгласайся сквернейших, вон и уст, и нечистейших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного, и нечистейшего моего языка, но да будет и уголь пресвятаго твоего тела,
и честная Твоя кровь, во освящение, просвещение, здравие, спирени мою душу и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение славы моего лукавого обличия, во умерщвление страстей, снабдение заповеди Твоей, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоением, небо яко презирать прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзай на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка звера уловлен буду, тем же и молюсь о Тебе, яко единица и свят Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови в корине страх Твой, во уде всех моих, и освящение Твое не отъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй мя и одесной Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами, молениями, пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей, пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Иди, нечистый, непрямый Господи, за неизреченную милость человеколюбием, наше все восприятие смешение от честных и девственных кровей, от чести створодшая Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией мире силам, Твоим восприятием животворящее спасительное страдание, восприем и крест, гвозди, копье, смерть, умертви моя, души тленные, страсти телесные, погребением Твоим адом огненным царствием, погреби моя благими полностью лукавое советование, и лукавствие духи разорим тридневным Твоим живоносным воскресением, падшего братца составивым, поставим я грехом уполшегося, образы мне покаяния предлагаем, преславным Твоим вознесением, плоское, обожилое восприятие, и сиедесным Отцам, сидением почты с подобия, причастием святых Твоих тайн, и свою часть спасаемых получите, снитием, тешителем Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики, соделывай ятеличем, имени покажи того пришествия. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, единый, имея власть человеком оставлять и грехи, яко благо человека любит презримая, всяк виней невидней прегрешения, из-под умя неосужденно причаститеся, причистых и преславных и причистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но во очищение, освящение, обручение будущего живота и царствия, и в стену, и в помощь, и возвращение сопротивных по истреблению многих моих согрешений. Ты, Бомный Иси, Бог милости и щедро, и человеколюбием, и Тебе славу высылаем с Отцом и Святым Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостоин, причащайся причистого Твоего тела, честное Твоей крови,
и повинен есть и суд себе и ем, и пью, не рассуждая тело и крови тебе, Христа и Бога моего. Но на щедроте твоя дерзая прихожу к тебе, репшему, еды и мою плоть, и пия, и мою кровь во мне пребывает, и азвнен. Умилосердися, оба Господи, и не обречи на грешного, но сотвори со мной по милости Твоей, и да будет мне святая сия, во исцеление, очищение, просвещение, и сохранение, и спасение, и во освящение души и тела, во отгонание всякого мечтания, и во лукавстве, и лукаво Твоим священником воинству и всем людям Твоим, где всякое даяние блага и всяк дар совершен свыше есть, сходя Тебе со светом, и Тебе славы, благодарение и поклонение воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Αλλά και τι έχει τώρα, δεν είναι ευλαβή προ την ιδέα.
Ваше Высокопреподобие, Священный Брунет Теофан, представитель Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, возлюбленные во Христе братья и сестры, благочестивые паломники. Ніде всю наречі видите дому і прошу пісопов треба то скажу. Білороди і ніде підрину глосом татко, що парадію тє же оп'ють, ма то динам треба то, е під сагію са простоту, що матитацьку хіру і молі Ісу Христу. То парадію треба, то треба церковцету, що на написано з тим лову, синігає ні панна си мас, енто є поніма тут, що перекаліна отце тіє стріадам, и на ευρτάσουμε αυτό τούτο το πνεύμα, το ομότιμο και ομοούσιο και ομόδοξο το Πατρί και το Υιό, τον ένα αντιστριάνος Θεός. Ныне аксиомен язык и закон, язык как огненнообразная рука благодать, как говорится в каноне праздника освящения, видя огненных язык, Пресвятаго и Животворящего и Всесильного Духа, на святых апостолов и учеников Господа нашего Иисуса Христа, Всесвятый Дух, Дух воплотившегося и вычеловечившегося Бога Словом, собрал всех нас, всем тризаименных и прекрасных в Соборе Святой Троицы, чтобы мы прославили Его, истинного Троицы, единочестного и единосущного, и единославного Отцу и Сыну Духа Святого. И смирни, Иоанн, Спанигин, Исуагин, Нерпатов, и опьяна Кусия, на Петели Проекта, Синистесинисе, Ортисисе, Киев, ενέχει ιδιαίτερα σημασία δια των θεσμών της Αγίας, Αγίας Καθολικής και Αποστολικής ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας, όλων εδεμάνων δια της αδερφάς ημών Εκκλησίας. Και τούτο, διότι κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, όπου ευρίσκεται η Εκκλησία, εκεί είναι παρόν και το Άγιο Πνεύμα και τα Νάπανα. Ή μη πνεύμα παρή, καρσινέστη Εκκλησία. Είτε συνίσταται η Εκκλησία έδινον ότι το Πνεύμα πάρεστη. Κατά δε των μυρωδών της Εκκλησίας πάντα αγωγεί το Πνεύμα του Άγιο. Βρύει προφητείας, ιερέας τελεί, αγραμμάτου σοφίαν εδίναξε, αλλιείς θεοδόμους ανέδειξε, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Сегодняшнее торжественное чествование Святаго Духа, которое является, по сути, продолжением вчерашнего праздника Святой Пятидесятницы, имеет особое значение для Святой, Соборной и Апостольской Православной нашей Церкви. Ибо, по слову святителя Иоанна Златоуста, где Церковь, там присутствует и Святой Дух, и наоборот. И если бы не было Духа, не возникла бы Церковь. А если Церковь существует, значит, в ней присутствует Дух. А церковный песнописец говорит, «Вся подает Дух Святый, точит пророчествие, священники совершают, не книжной мудрости научи, рыбарь богословца показат, весь собирает собор церковный». Благим пневма, но пыльной пятимися την имена της Пятикости созданию городов, Пятикости не ортазма и пневма της эпидемия, είναι αυτό το οποίο ευαγγελίζεται δια των Αγίων Αποστόλων, των ανεξεχνίας των πλούτων του Χριστού, των διασωζόμενων εντός της Εκκλησίας. Και της η οικονομία του μυστηρίου του αποκοιμένου από τον Έλληνα του Θεό, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι θα τα πάντα χτίσατε δια Ιησού Χριστού ή να γνωριστεί νύχτες αρχές και της εξουσίας, έτσι σε πλουαλίες δια της Εκκλησίας η πολυπίκυλος σοφία του Θεού. Святой Дух, пришедший в день Пятидесятницы, ибо по слову песнописца Пятидесятницу празднуют и Духа пришествия, это тот, кто, с одной стороны, благовествует посредством святых апостолов о неисследимом богатстве Христовом, сохраненном в Церкви, а с другой стороны, открывает всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известной через Церковь, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия. Меалология, любимые адальфи, и Эклесия к Христу, и неопорос, и отопос, энта энергопиите то бега с ευσεβίες мистерios, δηλωνότι το σωτηριώδες έργο της Θείας Οικονομίας, του οποίου έργου διαπλήσεως κήρυξης και διδάσκαλος, ανεδείχθη ο Μέγας Παύλος λέγον, ή και οικούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού, της δοτήσεις μη, της
снимать. Иными словами, возлюбленные братья и сестры, Церковь Христова есть место, где воплощается великое благочестие тайна, то есть спасительное дело божественного домостроительства, о котором его пламенный проповедник, святой апостол Павел, говорит: «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна». И скажет Устартис, Калумета и Подмелотуна Гиновен и Номинки и Мис, και τούτο διότι χάρις του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή η οποία δύναται να μας καθαρίσει και απαλλάξει από το ρήμο της αμαρτίας και της τωράς, λυπήριον κάθε συναυλακημάτων πυρίπνων δέξεστε Πνεύματος δρόσων, ο τέχνα αυτόμορφα της Εκκλησίας είναι εξεωγάριζε και πιθενόμως η γλώσσα του όμορφος Πνεύματος χάρη αναφανείο μελωτός. Стать причастниками этой благодати нас призывает Песнописец, потому что благодать Святого Духа может нас очистить и избавить от греховной скверны. Решительное очищение грехов, огнедухновенную примите Духа Розу, о чада святообразное церковное. Ныне от сегодня будет языке закон, языка огнеобразное Духа благодати. Когда Тунайо Григорион он Панама, όλοι οι οικουμένοι φωτίζεται δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία από τότε, δηλαδή από την ημέρα της Πεντηκοστής, κρατούσε το φως αυτό με την διαδοχή από τους Αποστόλους, δια της χειροτονίας των διαδόθετων, μεταδίδει την χάρη του Αγίου Πνεύματος εις όλα στα γενεάς και φωτίζει όλους όσοι είναι πιστοί και τους πνευματικούς ποιμένας και διδασκάλους. Αυτή την χάρη και την δωρεάν του Θεού έρχεται να φέρει εις κάθε πόλη ο καθής από τους κατά καιρούς αρχιερείς. Εκείνοι που αποθούν κάποιον από αυτούς, διαδούχουν την χάρη από τον Θεό. Εάν ο Χριστός δεν έστελνε το Άγιο Πνεύμα, δεν θα εκκηρύτεται το Ευαγγέλιο της Χάριτος εις όλα τα έθνη. Ο Άγιο Πνεύμα τώρα συνδημιουργεί και αναγεννίζει τα σύμπαντα και συγκρατεί άπαστα την φύση. Είναι παρόν παντού και γεμίζει τα πάντα μέχρι το τέλος του κόσμου. По слову святителя Григория Паламы, вся Вселенная просвещается Духом Святым. Церковь со дня Пятидесятницы, содержащая этот свет, передавая его от апостолов через рукоположение и преемникам, распространяет эту благодать Святого Духа на все поколения христиан и просвещает всех духовных пастырей и учителей и всех верных. Эту благодать и дар Божий приносит своему городу каждый из поставляемых в разные времена архиереев. Те, кто отвергает этих преемников, прерывают поток благодати от Бога. Если бы Христос не посылал Святого Духа, евангельское благовестие не распространилось бы на все народы. Дух Святой ныне творит и обновляет всяческое и содержит все творение. Он везде присутствует и все наполняет, и это будет продолжаться до скончания века. Отдос и мия стеотис и сагия святос, дилонот и харисту Кирю и Мон Иису Христу, и агапту Тему и Патрос, и кинония του Αγίου Πνεύματος, εφανέρωσαν τον κόσμο το απαιώνων αποκεκριμένο μυστήριο της Εκκλησίας. Τούτο έλεγε η Εκκλησία ως η σάρκα του Χριστού, θεωρείται η οικονομία της χάριτος του Αγίου Τριαδικού Θεού. Κατά την εκ της Παρθένου Μαρίας και Πνεύματι Αγίο, εν ανθρώπιση του ο Κύριος ημών, Ιησούς κατέστησε την Εκκλησία, ως λέγει ο Ιερός Ισόστομος, σώμα αυτού, κατά δε των θείων Παύλων, ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και αυτό παρέδωκε εν υπεραρτής, ή να αυτή να γιάσει την καθαρίστα στο λουτρό του ύδατος εν ρήματι, ή να παραστεί σε αυτήν εαυτό έδωξον την Εκκλησία, μη έχουσα σπίδων ήρη τίδα ή των θιούτων, αλίδα ή Αγία και άμαρος. Поистине, единое Божество Святой Троицы, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа
явили миру от века сокровенную тайну Церкви. Поэтому Церковь, как тело Христово, и называется домостроительством благодати Бога в Троице поклоняемом. Христос в своем от Девы Марии и Духа Святаго в человечении, как говорит святитель Иоанн Златоуст, Церкви воспринял плоть и соделал Церковь своим телом. По апостолу же Павлу Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водною посредством Слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. И кемемерисменос, аполиноменис сиберон тими, что нами, что Агиом Тепа, эхи идиэтера сибасия, идиэтения, Агия и Апостолкин και Καθορκήν ημών των Ορθοδόξων Εκκλησία, η οποία επίσηται αντιμέτωπος με τα συνοπτικά δυνάμεις του παρόντος αιώνος, δηλωνότη της αδομίας και της αποστασίας, αλλά και της ηχήσεως. Εδυνάμεις άκτε εις ουδένετρον αποβλέπων ημίοι στην διάσπαση του εναγίου πνεύματος συνδέσμου της ενότητος των κατατόπους Ορθοδόξων ημών Εκκλησιών. Δια τούτο ο σοφός Παύλος παραγγέλει ή να σπουδάζομεν τη ειρήνη, την ενότητα του Πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Τούτο σημαίνει κατά τον Άγιον Οικουμένιο την ενότητα την δια του Αγίου Πνεύματος δοθήσαν ημίν. Κατά δε των ζυγαμινών τη ειρήνη, την ένωση είναι εκεί το Άγιο Πνεύμα. Σχολιάζω τους παπίους ανωτέρου τρόπους ο Ιερός ο Σώσπος λέγει «Αλλήλεις προσδέδεστε, βούλετε, ούκ απλώς ειρηνεύει, ουδέν απλώς φιλήν, αλλά εν πάση είναι μία ψυχή. Τούτο το δεσμό και αλλήλεις προς τον Θεό συνδύσουμε με αυτούς». Воздаваемая сегодня православным и честь Святому Духу во всем мире, хоть они и разделены в пространстве, имеют особое значение для единой, святой, соборной и апостольской православной нашей Церкви, которая противостоит ныне мировым силам века сего, то есть беззаконию, отступлению от Бога и хаосу. Эти силы направлены ни на что иное, как на разрушение поддерживаемого Святым Духом Союза наших поместных церквей. Поэтому мудрый Павел заповедует нам стараться сохранять единство Духа в союзе мира, то есть по толкованию святого Икумения сохранять данное нам Святым Духом единство, или по Ефимию Зигатину беречь союз, созидаемый Духом Святым. Изъясняя приведенные выше слова святого апостола Павла, святитель Иоанн Златоуст говорит, он хочет, чтобы мы были тесно связаны друг с другом, не просто имели мир, не просто дружили, но во всем были как одна душа, чтобы таким союзом мы связали сами себя и друг с другом и с Богом. Деитоме, λοιπόν, του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ταμείου όντως του Αγίου Πνεύματος, όπως δια των πρεσβειών της υπερευλογημένης Δεσπίνης Σημαντωτό και η Παρθένου Μαρία και δια των πνευματογνήτων Αγίων Αποστόλων, καταστόμεν άξι των χαρίτων και των δύο ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Итак, будучи сосудами благодати Святого Духа, помолимся Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу, чтобы молитвами при благословенной Владычице нашей Богородице, Пресной Девы Марии и Духоносных Святых Христовых Апостолов соделаться нам достойными даров и действий Святого Духа. Аминь. Ευκαιρία της εορτής του Αγίου Πνεύματος, παρακολουθούμε τον εκπρόσωπο του αδελφού και συντηρητικού ημών Πατριάρχου Κυρίου, Πατριάρχου Μόσχας και Κλωστών Ρωσιών, Πατέρα Θεοφάνη, όπως δεχτείτε αυτό το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι ταμείο της οικονομίας, ή να πάντοτε κηρύτεται η χάρις του Αγίου Πνεύματος εις άπατα του κόσμου, ιδιαιτέρως εις την Αγία Τάφτην Γη, η οποία βάλετε μεν
а на темнине на том, на кипости канена кидином, диоти и кариш Теу, и кариш Панагию Клепатос, и кариш Сегиес Триадос, και η Χάρις Βέβαλος του Αγίου Τριαδικού Θεού την ονόφη του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Θεάδος του Κύριου Μόνος του Χριστού είναι αυτό το οποίο φυλάχνει και προστατεύει την πάντα εμάς. Πόλεσες αυτές благоприятной возможностью праздником Святаго Духа вручить представителю Святейшего Патриарха Московского Всеверхнего Кирилла Игумену Феофану это священное Евангелие, которым проповедуется благодать Святаго Духа. И хочу пожелать, чтобы благодать Божия, Бога, в Троице поклоняемого, Его Святаго Всесильного Духа пребывала со всеми вами и хранила вас от всякой напасти и всякого зла. Αγαπητοί αυτών των τίμιων ψαλμών, για να σας δίνει δύναμη και τέτοια και τον άλλο προσπαθισμό για να συνεχίσουμε την εν Χριστώ αποστολή εδώ στην Εκκλησία. В единодушие и любовь между нашими братскими церквями. Патриоты, патриоты, дорогие все братья и сестры, сердечно приветствую вас в Троицком соборе Русской Духовной Миссии. Сас, пардон, энкардиус, сас, просдохомосте, исполнялся есть рядом из Русики с Апостолис Тайм Солима. Для нас ваше посещение создает сугубо радость. Епископ Сисон за вас и Домигали Хара. Сегодня в эти дни мы празднуем день рождения Святой Православной Церкви. А в этой земле с Висер Тазуме Генетрия из Монтодоксу и Монокрисиас. Сошествие Святого Духа на апостолов. И поэтому сегодня преемник одного из апостолов, которые получили эту благодать 2000 лет тому назад, сегодня посещает русский православный храм. КНР Сапон Леодорус, тот айон апостолом, эскептер Симер Мефисенос. Сегодня мы торжествуем вторую пятидесятницу. Не только потому, что к нам прибыл предстоятель Матери Церкви, Иерусалимской Православной Церкви. Очень много я в том, вот и просто помощь, это то, проставлено, то из Метерска, не Крисион, а Сион. Которая явилась родоначальником всех церквей, в том числе Русской Православной Церкви. Вот и Митер, он то не Крисион, из Русики, за Крисиес. Та церковь, которая ежедневно передает благословение Божие тысячам и тысячам паломников, приезжающих на Святую Землю. И Крисия Пуката Карта Мэра Геодири Эрлогиес Кихилядес Кихилядес он просветом Пуэрхом де Апрохорогонгонна Кэрди Россия. Сегодня мы празднуем второй день, вторую пятидесятницу, еще и потому, что сегодня в этом храме собрались множество паломников, приехавших из разных стран. Кесимер и Лотазу Медектор Фуат Найя, Пентекости, я ты Эдо Синцинерхон, Апидримера, Пушки не тест, а полон тон, форон ту козму. Сегодня мы сослужили Его Блаженству и из Русской Церкви, и из Белоруссии, из Украины. Семеро иниц литургисы, Макариот, Макариот Демон, Иерис, Иеромени, Абдирусия, Абдирусия, Молдавия.
и, может быть, еще из каких-то других церквей прибыли сегодня. Поэтому сегодня многие из нас, наверное, почувствовали радость, сопричастие к тому дню Пятидесятницы, который мы празднуем и который было 2000 лет тому назад. Я в то семеро улеп у нас медовое им энолита, им агет и кости. Как мы знаем из Священного Писания, Святой Дух был участником, прямым участником творения Божьего. И сегодня этот Святой Дух носится над этим Святым Градом, над этим Святым Храмом и создает новое творение Божье. Это новое творение созидается в Церкви Божией. Он является Духом Животворящим. Поэтому мы привыкли в наших храмах иконы украшать зеленью и цветами. Я в той комнате, после Зеклесия, за нас ответ на мэра, она ораизума, циконес, она не лунудия, не аспра, плодья. В знак и в память этой божественной литургии и этого посещения хотелось бы преподнести вам образ современного художника, который изобразил, может быть, своеобразно изобразил сошествие Святого Духа на землю, которая расцвела. Нам была дана в раю, дана была заповедь возделывать рай. И вот этот вот монах, он своей молитвой и своим трудом, как мы видим, преображает эту землю. Этот монах есть образ преподобного Серафима, который говорил о стяжании Святого Духа для того, чтобы спастись всех. Примите ваше блаженство, этот образ, который напоминает нам и дни творения Святой России, которая своими неизвестными подвижниками молится также всех для Иерусалимской Церкви в том числе. Дармида в тем, в Мазитин, в Челчанец,
Мы благодарим вас за любовь, за это теплое, духовное гостеприимство. Και παρακαλούμε τον Συνοριώτα τον Κυμαντή του Πατέρα τον Βάνη όπως μεταφέρει τους αδελφικούς ασπαγμούς και την εν Χριστώ αγάπη εκ μέρους της Αγίας Κυράς Υπών Συλλόγου και εκ μέρους της Αγιταρχής Αντών Αδελφότητος εις τον εν Χριστώ αδελφό ημών και συνεχιμών Πατριάρχη Μόσχας και Πασόρος του Κύριου Κύριου και επιθυμίσεις να μεταφέρει και τα στεφάς μας εις τον Πρόεδρο της Ρωσικής Δημοκρατίας, τον κύριο Βλαντίμιρο Πούτιν, ο οποίος αναδεικνύεται σήμερα ο υπέρβαθρος της Κυπροστάτης της Ορθοδοξίας. Мы просим его высокопреподобие отца Теофана передать наше братское лобзание и Христову любовь собрать нашему Христе, святейшему Патриарху Московскому Северному Кириллу от лица Священного Синода Российской Церкви, от Серогорского Братства и также передать наши приветствия президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, который сегодня является защитником всего мирового православия. Господи, дитя мое, слышанью святого Евангелия, Господа Бога молись. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрость проси, услышим святого Евангелия. Господу помолимся в церкви. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй,
Иоанне на Евангелию, то анагнозма. Σοψία στη μέρα εκείνη τη μία των Σαββάτων και των τυρών και φυσμένων όπου ήσαν οι μαθές ενηγμένια των φόβων των Ιουδαίων ήλθεν ο Ιησούς και έστει στο μέσο και λέγει αυτής ειρήνη ημίν και τούτο είπον έδειξεν αυτής τα σχήρας και την πλευράν αυτού εχάρισαν οι μαθητές ειδώντες τον Κύριον, είπεν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν, ειρήνη ημίν. Καθώς απέσταλκέμαι ο Πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Και τούτο είπον, ενεφύσε και λέγει αυτοίς, λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την αναφείτε τας αμαρτίας αφίεντε αυτοίς, αν την κρατείτε και κράτηντε. Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. Εγώ ήθελα σήμερα να εορτάσουμε το μεγάλο αυτό γεγονός της Αγίας Πεντηκοστής. Праздновать великое событие Святой Пятидесятницы. Το Άγιο Πνεύμα είναι η καρδιά της Εκκλησίας. Είναι η καρδιά της Εκκλησίας, διότι το Άγιο Πνεύμα είναι το Πνεύμα του Χριστού. Και ο Χριστός είναι η σάρκα, όπως λέγει ο Ιερός Ιερόσιμος, και το σώμα της Εκκλησίας. Ο Χριστός, как Ιερός тело, и сердце, и то сома. То сома. И я в тот момент выпомнил, что то Агио Пнема – это и кардия της Эклесиас, и не и кардия του Сώματος του Христу. Поэтому Святой Дух – это сердце церкви и сердце Христового тела. И όντως, ευχαριστούμε τον Άγιο Τριαδικό Θεό, διότι η εορτή της Πεντηκοστής είναι η εορτή της φιλανθρωπίας του Θεού. Мы прославляем Бога, Троицу поклоняемую, что Пятидесятница – это день восхождения Святого Духа. Είναι μια αρρώγια η συνδιαλλαγή μεταξύ του Θεού και μόνο τον ανθρώπο μετά την πτώση του Αδάμ. Это взаимное общение между нами и Святым Духом после грехопадения Адама. Γι' αυτό και το απολυτίκιο των τροφάρων της εορτής λέγει ότι κατά την ημέρα της πυργοποιίας στην Παλαιά Διαθήκη εκεί ο Θεός τους έστειλε πνεύμα συγχύσεως. Поэтому в Тропаре праздника говорится, что во время Вавилонского столпотворения Бог послал нам Духа смятения. Και διαχωρίσεως. И разделения. Και έτσι διαχωρίστησαν τα διάφορα έθνη και γέντο οι διάφοροι λαοί. Таким образом, люди разделились на различные народы и племена. Και μιλούσαν διάφορες γλώσσες, γι' αυτό και δεν μπορούσαν να συνονοηθούν, να έρθουν σε επικοινωνία μεταξύ τους. Они говорили на разных языках, поэтому не могли прийти к взаимному пониманию. Όμως με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής είναι το πνεύμα της συμφωνίας. Но с пришествием Святого Духа в день Святой Пятидесятницы пришел Дух согласия. Παρά το γεγονός ότι οι μαθητές και οι Απόστολοι ομίλουν την ίδια γλώσσα έκαστος, όλοι καταλάβαιναν την μπορούσαν να επικοινωνήσουν και να συνεννοηθούν, διότι ομιλούσε το Άγιο Πνεύμα. И хотя ученики Христовы последователи говорили каждый на своем языке, но Дух Святой сделал так, что они все согласие понимали друг друга. Αυτό το γεγονός
της Πεντηκοστής εορτάζει καθημερινώς η Αγία ημών Ορθόδοξος Εκκλησία. Διότι όλοι μας αντιπροσωπεύουμε διάφορα έθνη, διαφόρους λαούς και ο καθένας ομιλεί τη δική του γλώσσα. Потому что все мы являемся представителями разных народов, каждый говорит на своем языке. Αλλά όταν βρισκόμεθα εις το ποτήριο της Θείας Ευχαριστίας, τότε πλέον μία είναι η γλώσσα όλων μας, είναι η γλώσσα του Αγίου Πνεύματος. Но когда мы подходим к Святой Чаше, наш язык становится общим, язык Святого Духа. Και εδώ εμείς, εις την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, έχουμε αυτή την μεγάλη ευλογία να είμεθα μάρτυρες του γεγονότος της Πεντηκοστής. Εμείς, στο Σεντό Γράδι Ιερουσαλήμ, είμαστε το благословение Божие быть свидетелями этого чуда Пятидесятницы. Να είμεθα μάρτυρες όχι μόνο θεωρητικός, πνευματικός και νοερός, αλλά και φυσικός. Свидетелями не только умом, не только чувственным, но и реальным. Я это лего авто, диоти, моно эдо, из тус Агиус топус, из тин Агия Поли, и диетерус тин Агия Поли Иерусалим, эхуме авти тин эвкерия на эпаналамбанете то гегонос тис Пентикостис, με την προσέλευση εδώ των προσκυνητών καθημερινώς. Όλοι μιλάμε τη δική μας γλώσσα ο καθένας μας, αλλά δεν υπάρχει σύγχυση ούτε διαφωνία, αλλά υπάρχει συμφωνία. Все мы говорим на своих языках, но никакого смятения, никакого разногласия, но единство и взаимопонимание. Αυτήν ακριβώς την εμπειρία ζήσαμε σήμερα εδώ στον περικαλία του των ναών της Αγίας Τριάδος. И именно этот опыт мы еще раз пережили сегодня в прекрасном храме Святой Троицы. Ρώσοι, Ρουμάνοι, Έλληνες, Μολδαβοί, Ουκρανοί, Λευκορώσοι, εντόπιοι, αραβόφωνοι, ακριβώς συνεορτάσαμε την Πεντηκοστή του Αγίου Πνεύματος. Ρούσκοι, Ρωμανοί, Γκρίκοι, Белорусы, арабоговорящие, местные жители, все мы сегодня участвовали в этом чуде Пятидесятницы. Και αυτό είναι το μεγαλείο της Ορθοδοξίας. И в этом заключается величие православной веры. Είναι το μεγαλείο της Ορθοδοξίας, διότι η κεφαλή της Ορθοδοξίας είναι ο Χριστός. Это величие православие, потому что глава церкви православный Христос. Και το Άγιο Πνεύμα, που είναι ομοούσιον και ομόδοξον το Πατρί και το Υιό, είναι ακριβώς αυτό το οποίο συγκροτεί και συνέχει και καθοδηγεί και κατευθύνει τον θεσμό της Εκκλησίας. И именно Дух Святой, который единосущен Богу и Отцу, направляет, крепляет, воодушевляет Святую Церковь. И это то пневма, и это пневма της Алифеев. И это Дух, есть Дух Истины. И это то лого, и Ортодоксус Эклесия, кирисий, и евангелизует την αλήθεια του Θεού. И поэтому Святая Церковь исповедует истину Божию. Кирисий και ευαγγελίζεται το φως του αληθινών. Проповедует и благовествует свет истины. Ο κόσμος κυριαρχείται από το σκότος. Мир над миром господствует тьма. Αλλά η παρουσία της Ορθοδοξίας μέσα στον κόσμο, но присутствие церкви в мире είναι όπως ο φάρος στα διάφορα μέσα, στα
за дьявола внимание. Όταν πλέον, όταν τα, για τα, με, τα πλοία τα οποία διασχίζουν τους ωκεάνους. Присутствие православия в мире подобно маяку в океане, который помогает кораблям находить дорогу. Και αυτή ακριβώς είναι η παρουσία, η Αποστολή και η παρουσία ημών των Ορθοδόξων και του Πατριαρχή Ιερουσαλήμου εδώ στην Αγία Γη και γενικότερα στη Μέση Ανατολική. Именно в этом заключается миссия у нас православных, Святой Православной Иерусалимской Церкви здесь, в Иерусалиме и на всем Востоке. Γι' αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Θεό, τον Άγιον Τριαδικών Θεό, να μας δίδει πάντοτε το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Για να διατηρούμε τη συμφωνία αλλά και την ενότητα ημών. Και η δύναμη της Εκκλησίας είναι ακριβώς η δύναμη της ενότητας. И сила нашей церкви именно в единстве. Όλοι μας γνωρίζουμε σε ποια κατάσταση σήμερα βρίσκεται ο κόσμος. Все знают, в каком состоянии находится сегодня мир. Οι άνθρωποι δυστυχώς αντί να προτιμούν το φως, προτιμούν το σκότος. К сожалению, люди вместо того, чтобы предпочитать стремиться к свету, предпочитают ему тьму. Και εμείς έχουμε το φως, το αληθινό. А мы обладаем светом истины. Αλλά πρέπει να το διατηρήσουμε αυτό το φως το αληθινό, όχι μόνο δια το δικό μας συμφέρον, αλλά και δια το καλό όλου του κόσμου. И мы должны сохранять этот свет истины не только для самих себя, но и для всего мира. Και εμείς, οι οποίοι ζούμε εδώ, στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, έχουμε μια ιδιαίτερη αποστολή από τον Άγιο Τριαδικό Θεό. И мы, живущие на Святом Граде Иерусалиме, имеем особую миссию, особое служение от Троичного Бога, от Бога в Троице поклоняемого. Είμεθα το φως του κόσμου. Мы свет мира. Και σήμερα οι άνθρωποι αναζητούν την αλήθεια, αναζητούν το φως της αληθείας. И сегодня люди ищут истину, ищут свет истины. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι σήμερα προσέρχονται προσκυνητές, όχι μόνο χριστιανοί, αλλά και μη χριστιανοί από όλα τα μέρη του κόσμου. И мы видим, как со всего мира стекаются сюда паломники, христиане и даже не христиане. Έχονται άνθρωποι από την Κίνα, από τις Ινδίες, από τα ασιατικά κράτη, από όλα στα συμφύρια στον κόσμο. Люди приезжают из Китая, из Индии, из отдаленных мест всего мира. Και όλοι αυτοί επισκέπτονται τον Ναό της Αναστάσεως. И все они посещают Храм Воскресения Христова. Γιατί άραγε επισκέπτονται τον Ναό της Αναστάσεως και τον Τάφο του Χριστού. Почему они посещают Храм Воскресения и Гроб Господень? Διότι ακριβώς αναζητούν το φως, αναζητούν την αλήθεια. Потому что они ищут света, ищут истину. Αυτά τα οποία σας λέγω δεν είναι δικές μου επινοήσεις και δικές μου φαντασιώσεις. То, что я говорю вам, это не мои какие-то измышления, не моя фантазия. Αλλά είναι μια πραγματικότητα την οποία ζούμε καθημερινώς. Это реальность, которую мы переживаем каждый день. Διάφορες αποστολές, όχι χριστιανικές, Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, άθεοι, αδιάφοροι επισκέπτονται το Πατριαρχείο και θέλουν να ακούσουν από μας σχετικά με τα γεγονότα τα οποία γίνονται εδώ, αλλά και να ακούσουν από μας ποιος είναι ο ρόλος και ο σκοπός και η αποστολή της Εκκλησίας και του Πατριαρχείου. В Патриархию приезжают различные делегации, не только христианские, но и иудейские, мусульмане, неверующие. Все они интересуются положением дел здесь, а также миссией Иерусалимской церкви здесь и в мире.
Ιερουσαλήμ είναι το Πατριαρχείο. Ιερουσαλήμ είναι το Πατριαρχείο. Ιερουσαλήμ είναι το Πατριαρχείο. Είναι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Это Иерусалимское Патриархия. Είναι ο Πανάγιος Τάφος. Это гроб Господень. Είναι ο Τάφος του Χριστού. Είναι η Νέα Σιών. Это Новый Сион. Είναι η Νέα Ιερουσαλήμ. Новый Иерусалим. Και όταν λέγω η Νέα Σιών, είναι το μέρος όπου εκεί έλαβε χώρα η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. Σιών, это, как вы знаете, место, где где сошел Дух Святой на апостол. И авто лего ти Иерусалим, и но и Экклесия тон Иерусалимон, ине то фос тис ελπίδος και της καταφυγής όλου του κόσμου. И поэтому я говорю, что Иерусалим – это Иерусалимская церковь, и она является прибежищем, утешением для всего мира. Θέλω να ευχαριστήσουμε τον αρχηγό εδώ της Ρωσικής Εκκλησιαστικής Πνευματικής Αποστολής, τον Οσιλογιώτατο Αρχιμαντή Χριστό Φάνη και του συνεργάτας αυτού. Начальника Святогорской миссии в Иерусалиме, его преподобия Сафия Фана, его соработников. Ο οποίος μας παρέσει, μας έδωσε αυτή την ευλογημένη ευκαιρία να συνεορτάσουμε όλοι μας από κοινού την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και να γίνουμε σήμερα κοινωνοί και μέτοχοι της χάριτος του Αγίου Πνεύματος δια της συμμετοχής μας εις το κοινό ποτήριο, δηλαδή εις το σώμα και το αίμα του Χριστού. Которое предоставило прекрасную возможность праздновать здесь это великое событие нашей церкви и еще раз пережить Пятидесятницу, приобщаясь к единой чаше Христовой. Επιτέψω Θεού να υψώσουμε το ποτήριό μας και να ευχηθούμε υπέρ υγείας και ευσταθίας και πνευματικής δυνάμεως του Πατριαρχά του Πατριάρχη. Можно бокал за здоровье, за укрепление, свежего. Τέλος, δεν επιτρέψατε μου να υψώσουμε το ποτήριό μας υπέρ υγείας και κυβερνητικής δυνάμεως του Προέδρου της Ρωσίας, κυρίου Βλαδιμίρου Πούτιν. Еще позвольте возвысить бокал о здравии и укреплении президента России Владимира Владимировича Путина. Και αυτό διότι σήμερα, όπως προείπαμε στην ομιλία μας, ο Πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν αναδεικνύεται υπέρμαχος και προστάτης της Ορθοδόξης Μόρφης Θεού. Потому что, как мы уже говорили, Владимир Путин является заступником православной нашей веры и защитником, и помощником. Я тебе понял. الله يخليك سيدنا ويشد خطاك على طريق السيد المسيح. Oh.
κατέβα αλλά κάθε προσπάθεια για να ετοιμάσουν αυτή την αβραμιαία τράπεζα την οποία εμείς απειλάψαμε. И благодарим матушек, монахинь, сестер, которые положили все усилия, чтобы